Добрый вечер, большая страна! Добро пожаловать в Грозный на стадион имени Султана Белимханова. Мы с вами на матче Мелбет первой лиги. 10-й тур. Алания против Велеса. Ждем мы буквально стартового свистка. Вот и он. И поехали. Это Алан Хабалов. Дальше он играет. Здесь можно в центре поискать варианты. Подача. И рядом со штангой мяч проходит. Первый достаточно опасный момент. Не менее хорошая может у Велеса атака получиться. В штрафной уже мяч. Перевод или это удар такой? Это скорее удар от Саркисяна. Логуа руки разводит. Вот так сегодня они будут играть, скорее всего. Перевод. Логуа 1-1. Убегает Рагли. Логуа решает. И рядышком со штангой мяч прилетает. Заур Тедеев так или иначе добавит чуть-чуть. Ой-ой-ой. Галоян удар наносит. Кузнецова здесь не просто добивание будет или нет. Галоян разбегается и в стенку. Галоян попадает. Добивание. И здесь рядышко. А вот здесь уже было хорошо. Галоян. Ну понятно, что Сараев. Сараев убирает. Классно. Алан Сараев. Удар. Кузнецов здесь не без рикошета, но спасается. Пробежит мимо. Галоян пробьет. Нет. Хабалов в итоге. И тоже классно. А вот здесь атака неплохая. И шанс появляется на то, чтобы счет открыть. Это убойнейший момент. Галоян разбегается. И вот оно, гала-шоу. Кузнецов с большим трудом достает мяч. Неплохо. Машуков. Машуков добить здесь перекладину. Еще будет удар. Нет, Колян и... Мазурин. Вот это да! Чудовищной красоты гол от Андрея Мазурина. 1-0. Мазов на Машукова. В центр дальше скидка. И можно здесь забивать. Как? Как прощает сейчас. Все. Добавленное тоже, но и финальный свисток. 1-0.